3000 работ представлено на конкурс репортажной фотографии памяти Александра Ефремова. Его открытие состоялось в Тобольске. Встречи мастеров накануне дня рождения фотографа, погибшего в Чечне, стали традиционными. Во дворце наместника организованы 3 фотовыставки, также пройдут семинары. Когда очень легко сделать снимок, все более и более ценятся какие-то уникальные приемы, уникальные моменты, уникальное мышление, да, какие-то неожиданные сюжеты. Сейчас востребована, скорее в первую очередь идея, а потом уже исполнение. Мастер-класс для участников фестиваля провел Сергей Анисимов, который представлял свои фотографии в 62 странах.